Итак, казалось бы, такая большая машина, честно говоря, нуждается, ну, в максимальной защите, на мой взгляд. Например, как у нас было Dodge Ram. Вот у нас тут в аннотации это появится. Тем не менее, встречайте, прошу любить и жаловать, Ford F-150 Ram. Да, это огромная, такая прям вездеходная машина. Мы с такими умеем работать, как я уже показывал ранее, пару кадров назад. И тем не менее, здесь тоже не стало исключением. Но здесь такой прагматичный комплект, но совершенно-совершенно верный. То есть, если вы не знаете, нужно ли вам весь кузов оклеивать, то обязательно нужно оклеивать переднюю часть. И, конечно же, делать керамику. Здесь мы защитили все глянцевым полиуретаном Lumar Gloss, всю переднюю часть я имею в виду, весь кузов, абсолютно весь, мы отполировали и защитили керамикой в два слоя. Если кто не в курсе, больше слоев тупо не бывает, это все маркетинг и развод, поэтому пленка либо керамика, два слоя, правильная керамика в правильные два слоя. Вот такой вот интересный проект у нас получился. Спасибо, что досмотрели до конца. Финишные кадры на улице, как огнедышит вот этот вот огромный и теперь уже защищенный монстр буквально через 5 секунд. Но я с вами прощаюсь. Пожалуйста, не забудьте, поставьте лайк, потому что это нас мотивирует записывать видео. Напишите любой комментарий, абсолютно любой, даже если мне опять пора постричься, тоже пишите. Вот. И хорошего вам дня. Спасибо за просмотр.